9 участников – архитекторов, художников, скульпторов по числу представленных проектов. В Самаре прошло заседание конкурсной комиссии на лучшее решение концепции архитектурно-скульптурной композиции, посвященной 30-летию Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна». В декабре в социальных сетях был проведен опрос. Любой желающий мог высказаться, что для него значит фестиваль. Эти ассоциации легли в основу проектов будущей композиции. Одна из них называется «Окна весны». Ленты символизируют пролетающие годы, их 30, окон 10 по числу направлений фестиваля. Среди проектов и скульптура девушки, которая взлетает на крыльях, ее лицо устремлено вверх, навстречу будущему. Все проекты представлены на выставке в Доме архитектора. Председатель конкурсной комиссии Павел Краснорудский, руководитель общероссийской общественной организации «Российский союз молодежи». В комиссию также вошли Сергей Бурцев, заместитель министра образования и науки Самарской области, Татьяна Шестопалова, руководитель Департамента культуры и молодежной политики администрации Самары, Игорь Галахов, главный архитектор Самары. У нас есть экспертное сообщество, которое входит как представители творческого сообщества, это представители Союза архитекторов и России, и Самарской области, это представители органов власти, общественники. Я уверена, мы совместными усилиями с коллегами придем к единому мнению. Проекты представили авторы не только из Самары, но и из Москвы и Пензы. Среди них и молодые профессионалы. Поддержка талантливой молодежи и создание условий для ее самореализации – часть стратегии лидерства региона, которая разработана по поручению губернатора Дмитрия Азарова при участии жителей. Студенческая весна – это праздник молодежи, это живой процесс. И было бы здорово, чтобы вот эта композиция, которую мы выбрали, она бы не только, соответственно, стояла как некая память, но и активно использовалась. А, соответственно, здесь, используя вот эти подмостки, можно было бы проводить какие-нибудь там, не знаю, поэтические вечера, какое-нибудь музыкальное небольшое мероприятие. То есть то, как раз-таки, ради чего студенческая весна и существует. Какой из проектов выберет жюри, станет известно в середине марта. Место, где появится скульптура, уже определено, но пока держится в секрете. Композицию представят самарцам 18 мая, в день торжественной церемонии открытия юбилейного Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна», который пройдет на стадионе «Самара-Арена». Виктория Шарая, Николай Сидоров. События.